Щелковский центр адаптивной физической культуры и спорта «Спартанец» организовал по традиции к Международному дню инвалида спортивное мероприятие для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно на протяжении уже более 10 лет подряд фестиваль «Равные возможности» собирает в универсально-спортивном комплексе Подмосковья тех, кто уверен, что ограничений у возможностей нет. Мероприятие, скажем так, больше и спортивное, и в то же время развлекательное. Все-таки декабрь, начало зимы, где-то уже вот близится Новый год, поэтому и тематика немножко такая, скажем так, сказочная. Да? Сегодня у нас будет сюжет развиваться, это дети будут выполнять эстафеты, собирать витамины за выполненные эстафеты и собирать эти витамины для жителей цветочного города. В проведении спортивного праздника участвуют студенты Щелковского училища Олимпийского резерва. Они здесь и ведущие, и судьи на всех этапах состязаний. На полосе препятствий, боулинге, гольфе, корнхолле, дартсе и других играх. Это для нас отличный практический опыт. Мы знакомимся с детьми с ограниченными возможностями. Это отличная практика для нас. И также здесь очень весело, атмосферно. Поэтому мы всегда рады поучаствовать в подобных мероприятиях. Для детей устроили целое представление, в котором участвовали артисты из Центрального дворца культуры и работники детских садов. Развлекал участников и сказочный доктор с говорящей фамилией Пилюлькин. На мероприятии я буду доктором Пилюлькиным. Буду прививать детям, что спорт – это полезно, что нужно заниматься спортом, чтобы не болеть. Для детей такие мероприятия – возможность отдохнуть и развлечься с пользой для здоровья, пообщаться друг с другом. Очень довольны и их родители. Прекрасная атмосфера, дружелюбная. Дети здесь знакомятся, дети здесь проявляют свои качества. Причем абсолютно недавно узнала, что мой ребенок прекрасно бросает баскетбольное кольцо. То есть здесь открываются новые для наших детей возможности. Для каждого участника были приготовлены подарки. Ну и, конечно же, были победители, хотя не это здесь главное. На фестивале нет проигравших. Самое важное, что получили все участники, это заряд энергии и радостных эмоций. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.